З Могильова у Египет. Идея стала реальной. 24 кастрычника с Могильевского аэропорта самолеты накируются у Хургаду. У этом сезоне плануют организовать 9 чартеров. Перевозки будет выполнять компания «Белавия» с самолетами «Боинг 737-800». По словам специалистов, это новые самолеты умещальностью 189 мест. Могилевский аэропорт давно вел перемовы про гэты паўднёвы накірунак, дарэчы, один из самых популярных. Нагадаем, сёлета с Могилева летали у Турцию, дагэтуль распачаліся полеты с областного центра у Болгарию. И опыт гэты был становчым. Сёлета перевезли 2350 человек 19 рейсами. Полетные программы подбирают турфирму и Пакуль-Могилёв, другие областные центры после Витебска, где организованы подобные чартеры.